Всем привет зрителям, подписчикам канала. Поступил в ремонт телевизор фирмы Mistelli, модель MTV-3228LT2. Значит, клиентам заявлено, что телевизор звук есть, нет изображения. В общем, неисправная подсветка. Значит, изготовитель ООО Вот и электроник, Восточная Европа, Россия, город Калининград, правая набережная 21. Дата изготовления 4 месяц 2015 года. Вот. Все-таки телевизор служил 5 лет. Вроде он по ценовой категории дешевле, чем там LG, Samsung. Чуть не почти не в два раза. Ну и по сроку службы также он отрабатывает. Вот. Значит, что, включим, посмотрим. Тот индикатор дежурного режима горит. Так, включим его. Пульта. Дежурка погасла. Ну, дальше у нас ничего не происходит. Вот звук пошел. Каналы переключаются. Не отбили были заявления? Заявлений не было. А вы что считаете, что за порядком надо следить только тогда, когда заявление есть? Выключаю, приступаю к разбору. Вклею телевизор. Посмотрим такая вот. Вот Иринка. Ну, пыли уже тут достаточно за 5 лет. В общем, буду я менять подсветку. Думаю, я тут нашел у себя в гараже у меня стоял такой же донор разбитой матрицей. В общем, материнку я уже снял с него. Сейчас я его подключу и убедимся, точно это нет ли подсветка. В общем, разобрал донора, который у меня разбитый стоял. Снял с него. Не стал я разбирать всю эту. Снял матрицу битую. Рамку снял. Так, включим. Посмотрим. Рабочая нет она. Ну, как-то этот донор проработал всего там где-то месяца три. Его разбили, и он у меня долгое время стоял на запчасти. Ну все, подсветочка здесь рабочая. Я думаю, не буду я эти рейки снимать. Просто сейчас с этого телевизора перекидываю стекло сюда, рамку перекручиваю и перебрасываю плату на тот, чтобы много волокиты делать, не разбирать, когда есть донор, точно такой же, один в один, чтобы весь не разбирать. Ну, может, я тот разберу, покажу там, какие рейки стоят, сколько там светодиодов. Приступаем к разбору, перебирая на другое корыто. В общем, буду матрицу сейчас перекидывать. Всё-то. Убираем. Ложим стороночку.
это заклеено. Надо аккуратно дело разбирать. Здесь я освободил все. Тут у нас тоже приклеено потихоньку. Так. Шлейфы не повредить. Полностью освободил. Теперь надо раскрутить. Рамку уже. Теперь надо аккуратно, не приклеено ли оно. Вот видите, тут не приклеили ее. Вот это место держит, можно сломать. Надо как-то аккуратненько. Зачем китайцы приклеивают вот это место? Можно вот так тихонько поднимать. Раз, так. Так, тихонько. Раз. Тут не... Китайцы, они все приклеивают. Вот так вот. Железом не надо. А вот ногтем так обделываю. В общем, это убираем. Так, это тоже не нужно. Вот у меня исправная подсветка корыта. Теперь на него собираем. Ну, стоп. Все. Здесь корыто. Сава. Тут вот эти места все. Углы сошлись. Можно ставить рамку на место. Переворачиваем так, чтобы ничего не распалось. Положим его. Закручиваем все эти винты.
Так, приклеиваем обратно. Так, ставим майну на место. Подсветку. Я уже выключил питание. О. Тут снизу тумблер.
принципе-то осталось только собрать его. И что-то антенна, наверное, повернула. Сегодня сильный ветер. Сейчас я пойду поверну. Ну, телевизор починил, осталось собрать. Ну и мне тут еще подарочек вот такой привезли под восстановление для коллекции. Вирус РП-230. Ну и еще один подарочек от этого клиента. Сейчас покажу, разберу подсветку корыта, которую я снял. Покажу, какие там подсветки стоят. Разобрал я подсветку. Смотрите, сколько там пыли. Даже туда натянуло. Все черное. Да даже здесь посмотреть. За 5 лет только тут чего. Сейчас еще маркировочку вам покажу. Такая подсветка используется Mystery NTV-3228LT2. Сейчас я прибором проверю, все нет ли тут сгорело. Для проверки подсветки я пользуюсь вот таким прибором. Я попробую проверить подсветочку. У нас тут живое осталось. Проверяем. Посмотрите, что осталось. 20 светодиода только живых. Два. Ну, на этой все живые остались. Здесь 3 светодиода живых осталось. В общем, корыто на выброс. Вот эту сниму верхнюю на всякий случай. Остальное все это на выброс. В общем, ремонт телевизора закончен. Телевизор у нас был Mystery NTV-3228LT2. Ставьте пальчики вверх. До встречи.